счастливой семье должно быть доверие друг другу. Я должна знать, что муж мне всегда подставит свое плечо, а я подставлю ему. Это когда люди понимают в семье друг друга, уважают друг друга, любят друг друга, приходят всегда на помощь. То есть и, значит, ну, они заботятся друг о друге, и не только друг о друге, и еще оказывают помощь как бы другим, может всегда к ним обратиться, к этой семье, зачем-то, постороннему человеку прийти к ним обратиться, соседям.